Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот поросятки наши повырастали, трошки. Трошки уже готовы к сдаче. Были они куплены знакомым. Знакомый их 6 месяцев прокормил. Вот они уже там 120 килограмм, я думаю, будут. В общем, к сдаче готовы, поэтому вот такие вот получаются свиньи. Так что, в принципе, дело нужное. Мясо сейчас по 40 гривен живым весом, даже и дороже, наверное, берут. В общем, будет сдаваться это все дело. Да, мясные получились полностью, что у них даже башка маленькая, отходов будет минимально. Одно мясо, нема даже сало и намека нема. Вот такие. О! Жопы, как у культуристов. Короче, то, что надо. Вот такие вот. Ну, цена БМВД, как положено, да? Дурачок, елки. А ну, повернись жопой. Ну, в общем, все видно. Прям, ну, нормально так, прикольно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Да вот и по спиняке видно. Все на жопу сошлось. И башка маленькая, отхода вообще не будет. Вот такие вот поросятки вырастают за 6 месяцев.